Экономика. Деньги в город приносят промышленность и предпринимательство. Это наши гиганты индустрии. Я рад, что представители и руководители этих предприятий сегодня находятся здесь с нами, а также тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. От работы зависит экономическое благополучие Братска. В уходящем году выручка от обрабатывающих производств города по сравнению с прошлым годом увеличилась почти на 5 миллиардов. Или на 5%. Вот я приведу цифры. 2015 год – это более 11 миллиардов рублей. 2016 год – 95,9 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства, так же, как и в прошлом году, показывает положительную динамику и оценивается на уровне 100,9%. В малом бизнесе выручка выросла почти на 2 миллиарда рублей. Я не оговорился, именно на 2 миллиарда рублей. В сравнении, 2015 год – это 32,3 миллиарда, в текущем году 34,6 миллиарда. Почти на 9 миллиардов рублей, по предварительным данным, вырос объем инвестиций в экономику города. Конечно, многие могут спросить: мэр, а какое ты имеешь отношение к этим показателям, к индексу промышленного производства, к инвестициям, к остальным показателям промышленного производства? Но, коллеги, город – это единый механизм. И это то, о чем я сегодня уже говорил. Если мы работаем в едином ключе, с четко спланированными задачами и функциями, тогда у нас это все получается. Хотя есть и другие примеры, и они были в истории города Братска.